Сегодня около 17:00 по проспекту Акушинского 32А произошло возгорание кровли пятиэтажного жилого дома, которое впоследствии сгорело полностью. По уточненной информации, площадь пожара составляет 600 квадратных метров. Пострадавших нет, информация уточняется. К ликвидации последствий происшествия от Главного управления МЧС России по Республике Дагестан привлечено 44 человека и 11 единиц техники. Причина возгорания пока неизвестна.